Слава Богу. Praise God. Поскольку время очень быстро бежит, as time is flying really fast, я буду моя тема моей проповеди называется ум, знание и мудрость. The topic of my sermon is going to be wisdom, knowledge and understanding. Я бы хотел, чтобы эти все вещи это не было что-то такое абстрактное. And I'd like for these ideas to not be something that is abstract. Но чтобы его можно было применить в повседневной жизни. But that we would be able to practically apply this into our daily lives. Я вам скажу, что мудрость, ум и знание это совершенно разные вещи. And I'd like to say that wisdom and knowledge they are totally different things. Наш ум это то, в чём мы рождаемся. Мы рождаемся умными людьми. Our mind is what we are born with and we are born as people with smarts. Каждый человек имеет ум. Every person has their mind. У кого-то он очень такой sharp, светлый ум. Someone has a very sharp mind. У кого-то не очень. Others are a little more dull. Ум можно потерять. You can lose your mind. Где-то ударился головой, и человек говорит уже не связано или нет ума. Someone can take a blow to the head, have a concussion and start to act differently. Ум это продукт нашего мозга. The mind is a byproduct of our brain. Это то, что достается нам от наших родителей. It is what we are given by our parents. Это не совсем, ну, не всегда, как правило, есть исключения, но обычно какие родители, такие и дети. This isn't an absolute truth, but there is truth to the statement that the apple doesn't fall far from the tree. Если у родителей есть какие-то навыки там к учительству, смотришь и у детей тоже что-то проявляется. If the parents have a predisposition to talk a certain way, then you may see that the children act a certain way too. Я сколько видал, там родители очень они такие грамотные по компьютерах, они там специалисты. Смотришь и дети в этой области. And I've seen parents who are very smart, who are involved with computers or engineering, and their children follow suit. Или родители врачи. Смотришь, и дети тоже по этой части как-то не преуспевают. Or the doctors are parents, and the children end up in the medical field. Знание — это то, что мы благодаря нашей памяти на протяжении жизни влагаем в наш мозг, в наш ум. Knowledge is that which we accumulate through the years as facts. Это то, что человек копит на протяжении всей своей жизни. It is what a person is able to remember throughout their lives. Я думаю, что знание это вообще неплохо. I think that knowledge actually isn't a bad thing. Человек знающий, он предупрежден, он вооружен. A person who has knowledge of certain things, he is forewarned. Когда человек выучился, он приобрел много знания, он чего-то достиг в своей жизни. If a person has gone through learning or through university, then they've reached a certain standard. Он стоит намного выше тех, которые невежды, которые вообще ничего не знают. They are on a different level than some people who didn't have the knowledge they have. Знание во многом нам помогает в жизни. Knowledge helps us a lot in our lives. Многие вещи мы просто обязаны знать. Many things we need to know. Незнание, простое незнание, оно делает нас преступниками. Being ignorant, it causes us to sin. Я вспоминаю ту историю, когда Давид давал наставление своему сыну Соломону. And I remember when David said to his son Solomon. Это написано 1 Паралипоменон, 28 стих, 28 глава, 9 стих. Соломон, сын мой, знай Бога, говорил когда-то Давид сыну своему Соломону. He told his son and commanded him, know the Lord. Знай Бога. Know the Lord. Бог часто говорил, есть во многих местах Священного Писания, твердо знай дом Израилев. And a lot of times God spoke to his people in Israel to know him. Иисус, когда-то мы читаем 24 главе Матфея в своей проповеди о последнем времени, он говорил, знайте, что близко при дверях. And in the sermon that Jesus gave
talking about the last days, he said to know when these signs are coming. То есть люди не имеют права игнорировать какие-то вещи, они обязаны много чего знать. So as people, we have an obligation, a purpose to know certain things. Апостол Павел, когда давал наставление юному Тимофею, он говорил, знай, что наступят времена тяжкие. And Apostle Paul said to his the person he was teaching, Timothy, to know certain truths. Знание делает тебя профессионалом в какой-то области. You need a knowledge to become an authority. Ты получаешься намного в лучшей позиции того, который, ну, невежда в познании, ничего не знает. You are in a much better position than those who are uninformed. Но Священное Писание говорит, что знание, оно надмевает. And the Word of God tells us that knowledge has certain inadequacies. Когда человек уповает на свое знание, оно делает его гордецом. When a person relies upon their knowledge, they are puffed up with pride. Если говорить о мудрости, то это сам Бог. But when we put into question wisdom, then that is only God. Это то, что приходит к нам в процессе нашей жизни, мудрость. It's something that comes to us through the process of life. Умными мы рождаемся. We are born with our mind. Знания мы приобретаем. We accumulate knowledge. А мудрость нам дается от Бога. But wisdom is given to us from God. Хочу еще раз повторить. I'd like to умными repeat. Мы рождаемся. We are born with a mind. Знания мы приобретаем. We accumulate knowledge. Но мудрость как дар дается от Бога. But wisdom is a gift from God. Это истина. And this is a truth. Я очень кратко коснусь, когда мы читаем Исход 31 глава, несколько стихов. И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю имена Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. Я исполнил его Духом Божьим, мудростью и разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой, червеной шерсти и из скрученного весона, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Голиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. Мудрость – это как дар. Wisdom is like a gift. Это как программа, которая вложена в компьютер, в наш мозг. It is like a program that is downloaded into a computer. It's put into our minds. Чтобы жизнь прожить, недостаточно одного только ума. To go through life, you only really need your mind. Кто-то говорит, вот, или полагается на свой ум, я умный. Some people that rely upon their own knowledge, they say, oh, I'm smart. Этого недостаточно. But that is not enough. Каждый человек, он просто обязан или хорошо, когда он имеет мудрость от Господа. Every person is obligated, or it is better for them when they have a wisdom from God. Очень часто мудрость стучится в наш дом, но нас нету в дома. Very often wisdom knocks on the door of our hearts, but мы we often don't заняты. Let him in. We are busy. Страх Господень – это начало мудрости. Это уже начало мудрости. The fear of God is the beginning of wisdom. Мудрость – это от Бога. Она дается свыше от Бога. Wisdom is from God. It is given from above. Ум – это от нашей плоти. Our mind – it is from our flesh. А мудрость – это от Господа. But wisdom – it is from God. Между нашим плотским умом и мудростью часто ведется борьба. Between the mind and our flesh and wisdom, there is often a battle. Вы знаете, в жизни так часто бывает, что, ну, к примеру, какие-то люди, может быть, не знающие Господа. You know, often in life there's people, a lot of times it's those who don't know God. Но мудрые люди или умные люди. They're wise people and they have a lot of knowledge. И семья хорошая, интеллигентные люди. And they have good families, they're smart people.
Детей хорошо воспитывают. They discipline their children well. Но у них абсолютно нету мудрости. But they don't truly have wisdom. Как это понять? How can we understand this? Наш ум, он плотской. И он работает для того, чтобы устроить себя в жизни. Our mind is of the flesh, and it is given to us to build us up on this earth. Сколько умных людей в этом мире, которые вообще абсолютно не знают и не хотят знать Господа. How many intelligent people there are across the face of the earth, but they don't even have the thought to know God. У нашего ума задачи плотские. Our intelligence has purposes that are fleshly and of this world. Умом мы добиваемся успеха в нашей жизни. And with our intelligence, we can have success in our lives. А мудрость нас ведет к Богу. But wisdom, it leads us to God. Кто мудрый, кто полон мудрости. He who is full of wisdom. Писание говорит, притчи 3:5, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. In Proverbs, it tells you to trust in the Lord and do not rely upon your own understanding. У мудрости цели духовные. Wisdom has a purpose that is spiritual. Мудрость заботится о высшем, о духовном. The wisdom is concerned with higher things, spiritual мудрость things. Мудрость ищет Бога. It seeks the Lord. Наш ум не заботится о Боге, а мудрость... Our intelligence isn't concerned with God, but wisdom... Она ищет Бога. It seeks the Lord. Вы знаете, такое место, я хочу прочитать, это притча 8 глава, здесь описание... Мудрость, я очень люблю эти драгоценные стихи. And I'd like to read Proverbs chapter 8. Это говорится о том, что это было еще прежде веков, прежде земли. Это говорится как о личности. Давайте прочитаем. It talks about wisdom as a identity, as a person. Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих исканий. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, неужели выражены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, я тогда была при нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во всем. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, стоя на страже и у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получил благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Вот описание мудрости. This is a description of wisdom. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Wisdom that comes from God, it is pure, it is good, and it is able to produce fruit within us. Беспристрастна и нелицемерна. It doesn't cause any harm among people, and it doesn't have many boundaries. Я читал когда-то один такой пример, случай. And I remember reading an example. Это где-то было около 1900, в прошлом столетии, в 1930 году. And it was approximately 1930. Одну пожилую даму поймали за кражу хлеба. Поймали за кражу bread. She stole bread. Someone was arrested for, or they were found stealing bread. И был суд. And there was a court. И судья... во время суда назначил ее большой штраф. And the judge gave them a very heavy fine.
так 10 долларов в ту пору это были очень-очень большие деньги. It was $10 in their time, but with inflation, that's a lot of money, a steep fine. Она сказала, что она украла хлеб, буханку хлеба Мазиня, потому что ее внуки умирали от голода. And she said that she was stealing this bread because her nephews were dying of hunger. И судья сказал людям, которые были в зале, какой бы вырок вы бы вынесли этой женщине. And the people that were sitting in the room were in awe of this great punishment. Люди начали высказываться, что нужно ее простить. And people were saying that you must forgive her. Но судья сказал, что он не имеет права ее простить. But the judge said he didn't have the right to forgive. Потому что он обязан блюсти закон. Because he is bound by the law. Он назначил ее этот вырок, этот штраф. Если она не уплатит, она будет посажена в тюрьму. She was given this fine, and if she couldn't pay it, she would have to be put in prison. Все начали шуметь в зале, но судья сказал: поскольку я ответственный за нее, я обеспеченный, она нет, я несу ответственность за эту женщину. And there was an uproar in the courtroom, but the judge was saying, I am obligated. Давайте мы соберем деньги в этом зале по 50 центов, и в основную часть денег я даю, и мы покроем это наказание. And the judge said, if you'd like, we can all gather together, however many cents you have, I can put in some money as well, and we can pay this fine. Судья обязан уважать закон. The judge is obligated to fulfill the law. Будучи очень мудрым человеком, он поступил очень мудро. But he acted very wisely. Если была такая мудрость у людей, насколько было бы жить прекрасно и хорошо на этой земле? If all people had wisdom like this, it would be so much more comfortable to live on this earth. Соломон когда-то признал, что править этим большим народом, он своим только умом, он не может. Solomon understood from a young age that to rule this nation by his own understanding, he wouldn't be able to. Потому он просил мудрости у Бога. And so he asked wisdom from God. Я хочу обратить ваше внимание на три таких аспекта или поинта, или направления, где нам особенно необходима мудрость от Господа. And I'd like to direct your attention to three different points where it's very important for us to have wisdom. Первое – это зарабатывать деньги или приобретать богатство. The first is in gathering wealth or in earning our income. Второе – это научиться ценить временем. The second is in learning to treasure our time. И третье – воспитывать своих детей или заботиться о своей семье. And the third is in disciplining your children or to take care of your family. Но перед тем я еще прочитаю место Писания, записано Иакова, 1 глава, 5 стих. And I'll first read scripture. Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающему всем просто и без упреков, и дастся ему. If any of you is lacking in wisdom, ask the Lord and he will grant it. Недостает мудрости для чего? If you are lacking in wisdom, for what? Для любого дела. For anything. И интересно, что Бог дает, наверное, нигде так больше не писано, что Бог мудрость дает просто и без упреков. And it tells us here that God doesn't just throw around wisdom. Как бы не задают вопрос, мудрость себе, а зачем тебе мудрость? God doesn't ask the question, wisdom, why do you need it? Дает просто и без упреков. But it is simple, he gives it without question. Не отчаивайтесь, если вашим умом не всегда очень все хорошо получается. Don't be discouraged if by your own knowledge you're not able to carry things out to success all the time. Воспитывать семью или зарабатывать деньги. To earn money, to discipline your family. Мы часто просим у Бога денег. We often ask God for money. Я думаю, что все просят денег. I think everyone asks. Благословение денег, я прошу. Money is a blessing, I ask for it as well. Но вы знаете, Бог или лентяям он не дает, или нельзя рассчитывать на какую-то там лотерею, это просто глупости. And God is without limit, but there are limitations on what we receive. We don't pray to God to help us win the lottery. Или подарок какой-то, кто-то нам принесет, поставит под дом там мешок с деньгами. Or that someone would bring this gift to our doorstep with a large sum.
Этого, ну, не бывает. God doesn't fulfill prayers like this. Бог не даст нам деньги вот таким путем. He won't give us money by these avenues. Но написано, что Он просто и без упреков даст нам мудрости, чтобы нам зарабатывать или делать деньги. But the word tells us that He gives us wisdom in order to earn our income in a correct way. Честным путем. Honestly. Просто Бог вложит в наше сердце мудрость. God puts wisdom within our hearts. Это Божий метод. It is God's purpose, how He fulfills Господи, it. Господи, дай мне мудрости. Lord, give me wisdom. Я уже устал жить в долгах. I am tired of living in debt. Искать по несколько работ. To search for multiple jobs. Я просто сам не могу своим умом. And I can't do it with my own knowledge. Там уволили, там потерял. Here I was fired, there I lost it. Господи, дай мне мудрости. Lord, give me wisdom. Чтобы мне правильно жить в этой жизни. To live this life correctly. Чтобы хватило и тебе дать. И для семьи, чтобы оставалось. And that I would give to you, and there would be some left over for me. Я верю, что Бог не пройдет мимо такой нужды. And I know that God won't ignore these requests. Вы знаете, я вспоминаю эту историю за Иакова, который был хитрецом, говорят. Иакова. Джейкоб. I am reminded of Jacob. Когда он жил... Cheating. Когда он жил у своего тестя, будущего тестя Лавана. When he was living with his uncle Laban. И я думаю, что это Бог ему дал мудрости так поступить. And I believe it was God that gave him the wisdom to act that way. Когда по контракту, по договору, все рожденное из скота в крупинках по праву принадлежит ему. And the contract was that any sheep or lamb that was born with speckles or spots would be his wages. Он не обманывал, это не хитрость, he didn't это lie. Мудрость. He didn't cheat, but he used wisdom. Когда он брал эти прутья и делал такими рябыми и ложил их в воду, и когда скот приходил, зачинал, и все рождалось пестрое в крупинках, принадлежало ему. And when he took these branches and scraped off the bark, and these rams gave birth to young, they would all belong to him. Мудрость требуется нам для многих вещей. We need wisdom for many different things. Чтобы преуспевать в учебе. To be successful in our schooling. Вообще, повседневной жизни. And in everyday life. Нам так необходима мудрость от нашего Господа. We need wisdom so much from our God. Мудрость это как дар приходит в наш ум и живет там. Wisdom is like a gift to our understanding, and it lives within us. Соломон родился в меру умным человеком. Solomon was born an intelligent man. Но он согласился, что у него не хватает мудрости. But he understood that he was lacking in wisdom. Я хочу еще прочитать. Время очень быстро бежит. Псалом 89, с 9 по 11 стихи. And I'd like to read Psalm chapter 90. Многие знают этот стих, эти слова. «Дней, все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, и при большой крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. И приходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, что нам приобрести сердце мудрое. Научиться правильно считать дни или проводить время – это большое достижение в жизни. To have the understanding to spend your days and your time correctly is a great gift. Человек, который правильно распределяет и ценит временем, обычно успешный человек в этой жизни. A person who spends their time and treasures their time in the correct way is someone who finds success. Моисей излагает тот факт, что дни стали короче, потому что в гневе. And Moses correctly said that our days were shortened because of wrath. Сам Моисей прожил 120 лет. Moses lived for 120 years. Сокращенные дни говорят о каком-то проклятии на человечество. And people who looked at us living shorter, they saw it as a curse. Он говорит, что дней жизни нашей 70, при большой крепости 80 лет.
And the psalmist says here that our days is are 70 or 80 years. Да і то самые лучшие годы нашей жизни занимает труд и болезни. And even still, even during the best years of our lives, we endure sorrow and trouble. Потеря драгоценного времени – это самая большая потеря в жизни. To lose precious time is the biggest loss that we can have in our lives. Моисей видел эту потерю. And the psalmist saw this. Вы представляете, что потерял целый народ? You see what a whole nation is able to lose. Вместо каких-то 3-6 дней ходьбы до обетованной земли, они просто 40 лет ходили вокруг да около в маленькой пустыне. И погибли все там. And rather than having a few days, they had to wait another 40 years in the desert before receiving the promised land. Потеря 40 лет драгоценной жизни. They lost 40 precious years of life. И в итоге своих слов Моисей просит Бога: научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. And the psalmist asks here to ask the Lord to teach us to number our days that we would have a heart of wisdom. Из чего складывается наша жизнь? And what is our life comprised of? Из секунд, минут, часов, дней, недель, годов. Of seconds, minutes, hours, weeks, and years. Это как сырье вообще, из чего складывается вся наша жизнь? These are all these partitions that our life is split into. И когда в гневе, это было страшно, то, что пережил народ израильский. And when the nation of Israel was under wrath, it was very difficult what they endured. Интересно написано есть, что за каждое праздное слово человек даст отчет перед Богом. And it's interesting, it says that for every word, a man will give account. Мы часто видим людей. You see, we see people around us. Которых больше праздных слов, чем нужных, натуральных, благословенных слов. Who throw around very unnecessary words. Если он за каждое слово начнет отчитываться, это нужно лет 25, наверное. And if they need to give an account for every single word, it would take decades. За каждое праздное слово даст отчет. А если их больше, чем нормальных слов? And there's for every word we have to give an account. С какой целью мы считаем наши дни и годы, говорит о том, насколько мудрое наше сердце. And the way we count our days or treasure them tells us how much wisdom we have. Время — это не всегда деньги. 10, 20, 50 долларов в час. And time isn't necessarily money always, but we are given wages for our time. Есть многие вещи, которые очень ценные для нас в нашей жизни. There are things in our life that we count as great treasures. И мы себе не можем позволить их потерять. And we cannot allow ourselves to lose these things. Если мы можем позволить потерять деньги, состояние, то своих детей, свои семьи, ну просто нельзя. We are able to lose money or have a different circumstance, but we never allow ourselves to lose our children. Нам жизнь будет не мила, когда мы теряем наших детей. When we lose our children, our life loses a lot of substance. Вы помните, когда народ израильский двигался тоже через пустыню? You remember when the nation of Israel was walking through the wilderness? И были те, которые отставали. There were those who went a different path. Что-то было неправильно в их шествии, и их Амалик добивал просто. There were issues that they were having. Может, это были слабые, больные, может, это были дети. These may have been sick people, it may have been children. Они отставали, никто не обращал на их внимания. They were cast aside, no one gave them attention. И враги их просто догоняли и убивали. And the enemy came and killed them. Я знаю, что это слезы и боль многих людей в Америке. And I know that there is a lot of trouble and tears endured by people in America. Я однажды читал за одну семью, хорошие люди, интеллигентные учителя. And I remember reading about a certain family, they were intelligent, good teachers. У них был один сын. У них был только один сын. They had one son. Они на которого возлагали большие надежды. And they had a great hope in him. У него было все. He had everything. Компьютерные игры разные, какие только он желал. Whatever computer games he wanted to play. Не было только родительского внимания. The only thing he lacked was parental attention.
родители много работали, по несколько работ, у них не было внимания, времени, чтобы уделить для воспитания своего сына. The parents were always busy with work and other things, and they didn't make time to discipline their son. Когда пришло предупреждение со школы, что их сын отстает, они просто не поверили. And when they heard from the school that their son was rebelling, they didn't believe it. Они забрали его, посчитали, что учителя не правы, и отправили его в другую школу. They put him in a different school, saying, "Oh, this administration doesn't know what they're talking about." Пришло время, и их сын стал преступником. And time passed, and their son went into rebellion. Как кипяток на голову, да их пришла весть до родителей, что ихнего сына арестовала полиция. And it was like a boiling pot of water, hearing the words that their son was arrested by the police. За убийство. For murder. Это была тяжелая трагедия в их жизни. It was a very heavy burden and tragedy in their lives. Но было уже поздно. But it was too late. Время потеряно. The time was lost. Друзья мои, братья и сестры. Friends, brothers and sisters. У нас всех есть дети. We all have children. Почти у всех. Almost everyone here. У кого-то уже взрослые. And we also have adolescents and adults. У кого-то маленькие дети. Some are young. И мы должны согласиться. Это не стыдно. Просить у Бога мудрости. And we must agree within ourselves to ask the Lord for wisdom. Чтобы просить у Бога мудрости, мне не стыдно признать, что у меня ее нету, не хватает. To ask God for wisdom, it is not embarrassing for me to say that I don't have it within myself. Я своим умом не могу это сделать. By my own knowledge and understanding, I can't do it. У меня не хватает моего ума. I don't have enough. Чтобы зарабатывать деньги. To earn money. Чтобы правильно распределять время. To properly spend my time. Чтобы правильно воспитывать своих детей. To correctly discipline my children. Я бы хотел, чтобы мы сегодня это признали и просили у Бога мудрости. Давайте встанем на наши ноги. I would like for us to understand this, and as we stand on our feet, to ask God for wisdom. Поняли, насколько это важно и серьезно. That we would understand how important and how serious this is. Если вы согласны, что у вас недостает мудрости. And if you agree that you don't have enough understanding. Бог дает всем просто и без упреков. God gives it to each of us as we need. Вы можете выйти сюда, можете сказать Господу. You may come up front, you may come to the Lord. Господи, мне так необходима Твоя мудрость. And say, God, I need Your wisdom. Чтобы Ты мне послал эту мудрость. So that You would send this wisdom to me. Я своим умом ничего не могу сделать. I can't do anything with my own knowledge. Но только Твоя мудрость. But it is only Your wisdom. Это то, что так необходимо мне. That's what's necessary for me. Если мы это признаем. And if we understand this. Я знаю, что Господь просто так вот, просто. Просто без упреков даст нам, как своим детям. I know that God will give it to us simply, without any hindrance. Поэтому я попрошу каждого из нас, давайте в нашей горячей молитве. And so I ask all of us with a heated prayer. Попросим у Господа мудрости. To ask God for wisdom. Чтобы быть успешными. To be successful. Чтобы не жалеть потом за пройденные годы. To not look back on the years with regret. Лишь только мудрость от Господа. We only need the wisdom from God.